Вот вам показываю, какой нам подарок подарили на Бриксе. Вот такая вот ручка. Вот написано Брикс. Сейчас вам переверну. Вот. Брикс 2024. Вот он блокнотик. Вот он. Видим блокнот. Брикс 2024. Россия. Вот. Конечно, сумка. Мы видим Брикс 2024 написано. Вот она, сумочка. Также внутрь, видите, карманы. Вот такой внутренний карман. Один отдел. Также есть тут еще один отдел. Вот он. Кожа очень нежная. Вот. Так, конечно же, можно на плечо вешать. Вот. Мы вот видим на плечо. Очень удобная. Можно, видите, даже регулятор. Очень хорошая сумочка. Также был мне приложен к этому, я уже фотографии делал, еще вам покажу, план эвакуации, где проходил форум. Вот он. Также, в случае чего, куда звонить. Вот он. Вот. Также был мне приурочен значок. Я его повесил на свой костюм Брикс 2024. То есть подарки очень хорошие, шикарные. Плюс хорошая атмосфера среди журналистов. Мне очень сильно понравился быть на форуме Брикс 2024. Работал рядом с профессионалами журналистов по всему, кто был приглашен. Иностранные гости там были. Даже журналисты из Британии и США там присутствовали. Поэтому саммит Брикс прошел на ура. Считаю, что вот такие подарочки, которые нам сделали для журналистов, вот вам уже показал, да, это очень хороший подарок. Видите, можем, остается ручка. Я лично решил своей дочке это подарочек подарить. Я еще буду на форум ходить. Поэтому подарки мне такие будут не один раз. Поэтому очень я рад и доволен, что я побывал на форуме. Многому, ну, увидел многих известных личностей. Ольгу Скобееву, Симоньян. Поэтому Брикс 2024 удался. Поэтому я надеюсь, что это будет не последний Брикс, и желательно, чтобы следующий Брикс проходил именно в моем городе, Казани, Республики Татарстан.